Любую желтую карточку выбирайте. Так. Вы когда-нибудь говорили, что современные модели слишком худые, хотя внутренне завидовали им? Это, по-моему, такой для женщины вопрос. Завидовать худым моделям – это вот как-то странно. На цвет и вкус, по-моему, товарища нет. Я конкретно не могу сказать, что вот мне такой типаж не нравится или такой типаж. А с медицинской точки зрения лучше быть... То есть понятно, что лучше быть в норме, так сказать, в норматив. Но лучше быть излишне худым или излишне полным? Не, конечно, излишне худым лучше. Да? Набрать всегда можно, да? Ну и набрать можно, и потом все-таки вот толстости сопутствует, к сожалению, артериальная гипертензия, малоподвижный образ жизни. Ну, многое такое, что неблагоприятно сказывается. Но это вы как кардиолог говорите. Да. Диетолог, наверное, что-нибудь другое бы сказал или поддержал бы вас. Поддержал, я абсолютно убежден. Тем более, что очень близкий мой друг, директор института питания, мы никогда с ним не расходимся. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».